Город Балхаш, это улица Комсомольская. Я сейчас буду переходить с Комсомольской улицы, которая сейчас Алимжанова, на соседнюю улицу. Это Рабочий. И это улица из моего детства. Здесь я игрался, особенно зимой. А вот тут тоже вот видно Алимжанова 77/1. Она вот там, где вот это Островского идет дальше. О, сокол полетел. Добрый знак, как эти говорят. Сокол полетел. Ну вот я иду с улицы Комсомольская на следующую, которая не такая широкая. Ну теперь пойдет обратный зигзаг. Я буду снимать фрагментами, да, такими небольшими. Не из злого умысла, а по обстоятельствам. Пальнул я в девушку, пальнул хорошую, по обстоятельствам, а не со зла, потому что мне нужно экономить заряд. Так. Улица. А, вот она. Какая улица. Улица Октябрьская, 112-1. Это угловой дом. Я пойду по ней, да? Поэтому завершаю.